Премиальные модели кайтбордов по умолчанию изготавливаются из карбона. Не стало исключением и модель Bronc Heritage от шин 2016 года, которая была у нас на тестах на Родосе. Дизайн доски бережно относится к текстуре карбона, всем своим видом давая понять, что это верхняя модель. Очень легкий корпус. Собственно, поэтому было решено взять на тесты в поездку на Родос. Качественная навеска удобных платформ с регулируемыми петлями. Все надежно, без лишних украшений. Большие плавники 5 см. Классическая внешняя линия с несколько увеличенной шириной, достаточно выраженным рокером в размере 137 на 44 см. Характерные параметры для фрирайдной модели последних лет. Отлично проявляет себя уже в умеренный ветер, легко разгоняясь, оставаясь стабильной на курсе в условиях прибоя. Хороший контроль над ребром сохраняется и при усилении ветра. Несмотря на лайтвиндовую ширину 44 см, спрыгать с переводом кайта вполне удобно. Тем более, что в любой момент можно еще легко добавить скорости перед отталкиванием. Хотя если прыжки основная цель, то, пожалуй, стоит рассмотреть размер поменьше. Довольно большой рокер вполне адекватно справляется с приземлением в ванхуке, но одинарный конкейв без реданов на днище все же больше ориентирован на качественный фрирайд. Bronc Heritage от шин 2016 года – это продвинутая фрирайдная модель. Ее предназначение – комфортное катание и прыжки, даже если ветра чуть не хватает.